включение либо выключение прорубки двойной прорубки ножа. Для того, чтобы нам активизировать эту функцию, нам необходимо нажать на кнопку U and K, нажать на кнопку U, пролистать вниз, найти программу параметр U19, нажать на эту кнопку. Появляется перед нами такое окошко. Надо ввести пароль. Пароль у нас состоит из RA1111790. Подтверждаем. На нашем дисплее появляется функция включения двойной прорубки либо выключения двойной прорубки. В данный момент у нас прорубка двойная включена. Если мы нажмем сюда, у нас прорубка выключится. Мы функцию включаем, выбираем, возвращаемся обратно в параметры. Обязательно ту функцию, которую мы ее изменили, нужно сохранить, чтобы она активизировалась. Надо нажать сюда, на эту кнопку. Сохраняем. Программа U19 в изменении изменилась. Возвращаемся обратно в рабочий режим, заходим в режим шитья и проверяем.